тут такое дело? Ты ж не очень занят. Буквально пару минут. Пять максимум. Полчасика уложимся. В общем, свойство твое нужно. То самое. Природное. Погодите, какое еще свойство? А, абсолютный слух. Нет, имеется в виду ваша способность к левитации. Нужно, чтобы ты слегка того, полетал. Я же брюхву поливать, а вдруг завтра дождь? И как следствие переувлажнение огорода. А коли не полью, и дождя не случится. Брюхва нам спасибо не скажет. Ого, и тут я вспоминаю, есть же примета. Между прочим, это я вам напомнил. Ежели ты сейчас низко полетишь к дождю, а если прям в небо, то выходит наоборот. Понимаете, это напрямую связано с атмосферным давлением. При низком давлении птицы, как правило... Спасибо, я в курсе. Вы только ни о чем не думайте. Друг вы наш метеор. Чувствительный. Ага, для чистоты эксперимента. Да что вы мне голову морочите, друзья? Ведь все более чем очевидно. Посмотрите на дым. Видите, поднимается вертикально. Придется тебе, сосед, организовать полив своими силами. Точно, укуси меня, пчела. Я молодец. А вы вообще хоть раз видели, как Карыч, так сказать, парит? Да так сразу и не вспомню. Не кажется ли вам, что наш пернатый друг из этих... Из нелетающих? Что? Да не, Карыч не такой. Да он тоже сам рассказывал, помнишь? Именно, рассказывал. Погодь, неужто наш Карыч... Того. Не будем спешить с выводами. Истину можно установить простыми и ненавязчивыми тестами. Мне на турник уже никак. И по ночам часто снится гамак. И прошлогодней листвою разноцветной золою завален мой старый чердак. Там на турник уже никак. В шкафу пылится лиловый пиджак. Но и хандра, и брюзжание, и на койке лежание, все это, ребята, пустяк. Ведь у меня есть друзья. Состариться с ними нельзя. Ведь у меня есть друзья. Состариться с ними нельзя. Видимость неудовлетворительная. Объект не найден. Не могу я так больше. Да что ж мы как не родные, честное слово, шпионим, вынюхиваем. Это ж наш Карыч. Какая нам разница, моет он летать или не моет? Значит, истина вас не интересует? Да ну и эту истину. Я ж не буду к Карычу иначе относиться, ежели он ни разу не летун. Дело не в отношении. Если природа дала вам крылья, то довольно странно не использовать этот дар. А тебе вон природа рога подарила. И чего? Чего ж ты не бодайся? Это мое украшение. Про медведей тоже говорят, что они лапу во сне сосать должны. А вы простите? А я никому ничего не должен. И Карыч тоже летать не обязан. Браво! Теперь я понимаю, чем вызван повышенный интерес к моей персоне в последнее время. А просто спросить, что нельзя, услышу-то я нормально. Может быть, что-нибудь еще принести? Друг вы наш нелетающий.
Буду признателен, если вы просто освободите мое личное пространство. Ну ты того, выздоравливай давай. Вы были правы. Излишнее любопытство до добра не доводит. Ага, такое себе природное свойство. Что вы там уставились в небо? Вы могли бы хоть на кровать подняться. Да, низковато я полетел. Видать, я к дождю. Ай, синоптики. А примета-то работает.